сегодня есть две и очень хороших новости. Ну, для кого-то хорошие, для кого-то так себе. Планета Марс наконец-то вышла из знака Рак и перешла в знак Лев. Это внесет изменения в жизни всех знаков зодиака. И совсем скоро, буквально через пару дней, в знак Лев переходит Солнце. То есть картина на небе буквально вот сейчас вот на днях меняется и очень сильно. Знак Овен. Переход Марса в Лев и переход туда же Солнца очень благоприятное для Овнов положение. Пока Солнце с Марсом находилось в Раке, Овны чувствовали такой серьезный такой дискомфорт. Сейчас и Марс, и вслед за ним через два дня Солнце внесут в жизнь Овнов много-много позитива. Начинает время действовать. Телец. Переход и Солнца, и Марса в Лев – это не лучшее положение для знака Телец. Ближайшие пару недель точно у вас будет, ну, немножко больше напряжения, чем вы бы того хотели. Ну, а что делать, бывает и такое. Особо рекомендую быть внимательным тельцам, это 23 и 24 числа, потому что все это великолепие еще будет подчеркиваться напряженным аспектом со стороны Луны. Близнецы. Переход Солнца с Марсом достаточно нейтральная позиция для близнецов, никаких ни минусов, ни плюсов от этого не ожидается. В близнецах по-прежнему идет Венера с белой луной, то есть какое-то финансовое развитие продолжается у представителей знака близнецы. Далее Рак. То, что Марс переходит в Лев из вашего знака, прекрасно пусть себе переходит. Вслед за ними Солнце переходит. С одной стороны, энергии у вас будет меньше, с другой стороны, напряженные аспекты, которые создавали Марс и Солнце, тоже вместе с этим уходят. То есть вы сейчас будете, у вас начнется более спокойная, размеренная жизнь. Лев. Переход Марса с Солнцем в ваш знак очень даже позитивное для вас явление. У вас сейчас будет значительно больше жизненных сил. Многие вещи, которые вы планировали сделать, у вас сейчас появится на это ресурс, возможности. Мало того, какая-то поддержка будет вам со стороны социума, со стороны других людей. Очень симпатично в плане личном. У вас будет 24 числа. Если у вас есть какие-то личные планы, например, там свидание или еще что-то, наметьте это на 24 число, все будет прекрасно. Далее. Сегодня день еще будет немножко напряженный. Завтра напряжение спадает. Переход Солнца с Марсом особо не влияют на ваш знак. Но в целом вам еще где-то недельку нужно потерпеть в плане финансов. Еще не все так хорошо, пока Венера находится в близнецах. Она потом выйдет, и деньги большим потоком пойдут в вашу жизнь. Скажем так. Весы. Это замечательно, что Марс переходит в Лев. Как минимум, он выходит из напряженного аспекта к знаку Весы. То есть Весам ближайший месяц было, ну, мягко говоря, сложно. Вот эта сложность завершается. А через два дня, еще и с переходом Солнца, финальная сложность завершается. Ну, вполне возможно, на последних градусах Солнце еще немножко нервных клеток из вас потрепит. Ну, еще два дня терпения, и потом будет все хорошо. Зато при всем при этом к вам очень позитивненько расположена Венера. То есть Марс с Солнцем перестает мешать, Венера по-прежнему в хорошем положении. Так что деньги к вам пойдут более усиленным потоком. Скорпионам рекомендуется не на 1-2 дня, а на ближайший месяц включить на полную мощность такие качества, как осторожность, умеренность, спокойствие. То есть будет немножко сложновато, так скажем. Ладно бы Солнце, а именно две планеты, и Солнце, и Марс, оказываются во Льве, а это дает... Так что 2 дня вам подготовки, через 2 дня, будьте любезны, сдержанность, осторожность, аккуратность. Стрелец.
замечательное положение для знака Стрелец. Переход и Марса, и Солнца в Лев создаст Стрельцам очень много позитивных, красивых сюжетов в жизни. То есть у вас появится какой-то дополнительный ресурс, стимул действовать, откроются те двери, которые вчера еще были закрыты. Ближайший месяц – месяц повышенной фартовости. Пока Венера в оппозиции, не все будет складываться финансово, тем не менее, немножко терпения, и потом ваши действия обретут, можно так сказать, будут монетизированы. Вот. Козерог. Еще пару дней Луна пройдет в оппозиции к вашему знаку, то есть нервные клетки вы еще приличное количество потеряете за эти два дня, но зато потом можете забыть о всех напряжениях. Водолей. Марс переходит в Лев, и это оппозиция к Водолею. Не все так легко будет получаться, как будет получалось до этого. Поэтому в ближайшие месяц-полтора рекомендуется Водолеям быть более осторожными, более сдержанными и менее импульсивными. Если вам приходит какая-то идея, не пытайтесь ее сразу начать делать. Продумать, просчитать, потом, пожалуйста. Рыбы. Ну, выход Марса и Солнца из знака Рака не то чтобы плохо, но и не совсем хорошо для рыб. У рыб был достаточно хороший период, было очень много повышенная, скажем так, фартовость. Сейчас уже рыбам придется самостоятельно заниматься, уже меньше поддержка будет со стороны светил. Тем не менее, завтра и послезавтра, пока Луна будет идти по знаку Рак, ну, что-то очень позитивное произойдет в жизни представителей знака Рыбы. Вот примерно такая картинка происходит в ближайшую неделю.